Лінас Маріус Зайкаускас, театральний режисер. Народився 22 травня 1962 року в місті Паневежис, Литва. У 1989-му закінчив факультет режисури музичних театрів Ленінградської музичної академії імені Римського-Корсакова. Працював режисером в театрах Каунаса і Паневежиса. Постановник близько сотні оперних і драматичних спектаклів на сценах Росії, України, Литви, Польщі, Румунії, Туреччини, які неодноразово відзначені на престижних європейських, азійських і російських театральних фестивалях. Служив художнім керівником російського драматичного театру у Вільнюсі, художнім керівником і директором театру Повшехни в Радомі, Польща. Викладав у музичній академії Литви, у Паневежській консерваторії, у Єльському університеті США. Читав курс «Образ і мова в рекламі» у Вищій школі журналістики Варшави. Був керівником і директором Міжнародного театрального фестивалю імені Вітольда Гомбровича і Міжнародного фестивалю культури в Радомі, Польща. У 2007-2010 роках головний режисер театру «Старий дом» у Новосибірську. З 2010 року очолював Челябінський академічний театр драми. З 2011-го – головний режисер Ульяновського драматичного театру. 2015-2018 – художній керівник Паневежського драматичного театру імені Йозаса Мільтініса. Січень-лютий 2019-го – Сумський академічний театр імені Щепкіна. Постановка спектаклю комедії в стилі фольк «Все, що тобі потрібно – це кохання» за мотивами оповідань Антона Павловича Чехова. Итак, Линас, чем удивлять будем, как говорил Станиславский, сумского зрителя? Вот вы задаете прямо вопрос под дых. Удивлять. Я не знаю, если честно. Постараемся просто сделать хороший спектакль. Постараемся, чтобы этот спектакль был произведением искусства. Ну и постараемся, чтобы этот спектакль понравился зрителю. А удивлять, не удивлять? Я на этот вопрос не могу ответить. Хотя этот вопрос очень, конечно, главный и важный. В искусстве важно удивлять. Как вы подходили к выбору актеров вот на свою постановку? Тут у меня... Вы смотрели спектакли? Да, я смотрел спектакли. Плюс есть в театре главный режиссер, есть директор театра. Спрашиваешь их мнение тоже, потому что ну, редко бывает, когда тебе подсказывают хуже. Все же стараются, чтобы было лучше. Так что общими усилиями, советами умных людей, вот мы и выбрали актеров. Тем более, что тут у вас молодежь очень хорошая. Вот прямо действительно вам их надо очень беречь, потому что ребята, если захотят уйти, то я уверен, лучшие театры Киева их возьмут, потому что вот у молодых ваших актеров действительно уровень очень высокий. А самое главное, у них трудоспособность совсем не славянская и совсем не восточноевропейская. Вот они могут работать 24 часа и скажут, а давайте еще, а давайте еще. И знаете, вот тогда ты понимаешь, что с ними можно сделать все. Раньше или позже, но с ними можно сделать все. Так что эти ребята готовы тянуть ваш театр на уровень национального театра, и думаю, что это случится. Кстати, о национальном театре. Сейчас и общественность театральная борется за то, чтобы, или, скажем так, делает все для того, чтобы наш театр получил звание национального. Я уверен, что он очень... это звание очень нужное. Тем более театру, ну, что тут много говорить. Вот прошел первый конкурс, фестиваль «ГРА» в Киеве, который это был просмотр всех украинских театров, и ваш театр попал в пятерку лучших. Ну, раз в пятерку лучших, и только там на один пункт отстал от театра Франка, то как-то сразу же можно понять, что это уровень, и этим уровнем нужно беспокоиться. Его нужно только еще повышать, а не сбивать. Но если не получит театр национального,
это будет просто большая потеря не только для сумчан, это будет огромная потеря для всей Украины. Почему? Потому что не забывайте, ну вы не можете забыть, это я могу забыть, что вы являетесь, ну, таким форпостом Украины на границе с Россией. Вот буквально несколько километров, и это уже граница, да, ближайшие 40 это километров. Уже Россия. И очень важно, чтобы форпост, тот город, та область, в которую могут въехать граждане России, была на всех уровнях выше, по крайней мере, Курска. Хорошая задача. Вот, по крайней мере, Курска, во всех уровнях. И в культуре тоже. А в культуре главным образом, потому что, я повторяю, но кажется, нужно еще повторять, что никогда экономика, потому что в Литве огромнейшая ошибка, все политики думают, как поднять экономику. Когда-то об этом думали поляки, но поляки очень быстро поняли, что умные немцы, не зря самая выдающаяся страна в Европе, и они просто начали смотреть, как это делают немцы. И пришли к простому выводу, что нужно повышать, нужно инвестировать в даже не культуру, а высокое искусство. И только тогда, когда будет в городе, в области, в стране потребитель высокого искусства, тогда пойдут инвестиции. Почему? Потому что инвестор придет только туда, где есть образованный, высококультурный и здоровый человек, работник. Если работник будет больной, низкокультурный и необразованный, закончился 19 век больше, чем 100 лет назад. Промышленная революция, фабрик и так далее, она закончилась. Тогда экономику поднимал человек, который таскал на горбу камни и кирпичи. Сейчас нужно нажимать кнопки. А кнопки нажать без образования, без мозгов, без извилин, это никому не получается. И поэтому инвестор придет только туда, где понятно, что есть потребитель высокого искусства. Значит, есть извилины. Значит, кнопку точно нажмут. Театр может быть вот этим лакмусовой бумажкой определения интеллектуальности общества? Обязательно, да. Обязательно. Он не только может быть, он есть. И то, что вы сейчас, наверное, скажете, а вот на самую дешевую комедию приходит больше народу в театр, нежели на интеллектуальное какое-то искусство, это ничего еще не означает. Я вот тоже люблю пример, неоднократно его привожу, что из фильмов Тарковского уходят толпы. Но это не означает, что Тарковский плохой режиссер. Это, может быть, означает только то, что он один из самых наилучших. Потому что Улисса Джойса тоже массы не читают. К сожалению, да. К сожалению, да. Вы вспомнили о Тарковском. Вы свои постановки тоже делаете такие же, как вот Андрей Тарковский, и где он называл зрителя своим соавтором. Вы тоже рассчитываете на зрителя, соавтора ваших спектаклей? Если честно, я вообще на зрителя не рассчитываю. Я вообще про него не думаю. Потому что я уверен, что если повар делает что-то для себя, то, скорее всего, с большим удовольствием это будут кушать и другие. И как только повар начинает делать для масс, то не он сам этого не хочет кушать, и массы так не с большим удовольствием это кушают. Поэтому я про зрителя совсем не думаю, я думаю про себя. То, что я делаю, ну, хоть как-то должно понравиться мне. Хоть как-то, потому что я считаю, что я самый беспощадный сам себе критик, потому что, ну, родители научили, что если делаешь, то делай как для себя, да?
Это очень хорошее качество. Если делаешь забор, то делай как для себя. Если делаешь что-нибудь еще дома, мы же все стараемся хорошо сделать. Конечно, все, да? Конечно. А не плохо или так себе сделал, а так неважно, да? Дома же мы все стараемся хорошо сделать. Поэтому и профессии тоже нужно стараться. Это другое дело, что получается. Другое дело, сколько Бог дал таланту. Но кроме таланта еще есть очень важный пункт во всех профессиях, и творческих тоже. Это работоспособность, это работа. 90% работы и 10% таланта – эта формула давным-давно не мною изобретена. Вы вот интересно рассказали мне о культуре, о отношении к театру в Германии, в Польше. Вот сейчас нас усиленно, скажем так, ведут в Европу. Литва – это, ну, уже европейская страна. И в то же время почему-то с европейской Литвы уходят лучшие режиссеры. Вы, в частности, Гинкас. Да, Некрощу, Стуминас, Карбаускис и много-много других фамилий можем назвать. В тоталитарной, кстати, Москве почему-то. А что такое? Почему с Европы бегут? И вот я не говорю, что там по всему миру, действительно по всему миру, но и в ту же Москву. Ну, потому что там хорошо платят. В Москве хорошо платят. В Москве хорошие гонорары. В Москве, я не говорю про Россию. Это две разные вещи. Москва и Россия, как и Киев, и Украина. Это тоже две разные вещи. Так что в Москве очень хорошо платят. Но и тем не менее вы ставили спектакли от Норильска. Да, но я не ставил в Москве, потому что там никак, там же все стоят плотной стеной, и там пробиться очень тяжело. Потому что, ну, хорошие там деньги, надо же, все стараемся оберегать свои кормушки, да? Ну да, пробиться тяжело. У вас очень много постановок, вот опять-таки, от Норильска до Польши, Румынии, Турции, Казахстан, кажется, даже есть. Вы очень много ставите Чехова, Шекспира. Чехова ставите и в нашем театре. В чем будет эксклюзивность постановки Чехова в Сумском театре? Эксклюзивность будет, что постановка будет в Ukrainian style, folk style, в стилистике украинского фолка, да, вот в этом будет эксклюзивность. Ну и надеюсь, что Чехов, когда Станиславский с Немировичем поставили его «Вишневый сад», был в отчаянии. Он писал, я ж написал особенно последний акт, четвертый акт, это фарс. Наверное, Станиславский не читал даже пьесы. Я говорю, тот же самый Чехонте, что они из меня какого-то лирического героя делают. Я же юморист и сатирик. Ну вот, думаю, что постараемся все сделать, чтобы спектакль был и юмористический, и сатирический. А сатира иногда бывает острая, да, зубатая, так скажем. Поэтому не всегда всем сатира нравится. Да. Но что поделать, по крайней мере, в российской литературной традиции, я думаю, что украинская литературная традиция тоже недалеко от этого ушла, нету чистого юмора. Вот как Гоголь задал понятие «юмор» — это сатира и острая сатира, так потом и пошло. Салтыков-Щедрин, да, Сухого-Кобылин, и тот же самый Чехов в своих рассказах, он зубастый, он зубастый. Вот в Европе есть понятие чистого юмора, где действительно вот смеемся, потому что это просто смешно. Дель-Арте, итальянская комедия. Да. А вот в славянской традиции литературной это нужно все-таки чуть-чуть покусаться. Может быть, и в этом спектакле будут
показываться иногда зубчики. Я надеюсь, не такие уж острые. Но вот постараемся быть хотя бы в этом, скажем так, духовно верны Чехову. Очень интересно. Заинтриговали, потому что Чехов ведь, как бы он любил Сумщину, он писал, его цитата, «Аббация и Адриатическое море хорошо, но лука и псел лучше». Я вот. Думаю, что вы очень должны сильно, мне кажется, я так со стороны сужу, вам лучше знать, но мне со стороны кажется, что вы еще очень мало используете этот бренд. Это все-таки мировой бренд, мировое имя. Я полностью с вами согласен. И этим брендом нужно пользоваться. Пользоваться, да. Он выгоду должен приносить этому. Конечно. Но заинтриговали, что мы наконец-то увидим действительно того Чехова, который, какого он хотел, чтобы его видели. Не знаю, не того тот... или другого, мне трудно сказать, я с ним лично не знаком. Не знаком? Ну, посмотрим. В этом году исполняется 30 лет вашей творческой жизни. Ух ты, откуда вы знаете? Да, мы как бы готовимся, интересуемся. В 89-м году вы начали, в принципе, свой творческий путь режиссера, поэтому в этом году несложно посчитать. Вы не говорите это по телевидению, а то девушки и так думают, что это какой-то антиквариат ходит. Да, он еще Брежнева говорит, помнит. Ну, хорошо, не Ленина живым видели. Это уже легче. Чем или как будете отмечать юбилей? Не думал, если честно, не думал. Спектаклями, потому что весь год так прям забит, что я вот сейчас после премьеры лечу в Вильнюс, там провожу буквально несколько часов, прилетаю вечером после 9, а в 2 часа ночи уже должен быть в аэропорту и улетать на другую постановку. И так весь этот год, и еще, по крайней мере, до лета 2020 года выглядит. Уже все расписано. Да. Тяжело быть вот таким свободным художником или, как еще называют, кочующим режиссером? Трудно сказать, каждая палка имеет два конца. Легко с той стороны, что твоя ответственность заключается лишь в том, чтобы поставить более или менее хороший спектакль. Чем больше мы живем в эпоху интернета, тем сложнее позволять себе ставить плохой спектакль, потому что даже в каком-нибудь Урюпинске все узнают, что ты там халтурил. Поэтому уж... Это возможность похалтурить где-нибудь, она просто интернетом убита. Слава плохая, особенно плохая, она быстрее распространяется, нежели хорошая. Поэтому интернет-гад вынуждает работать изо всех сил. С полной отдачей везде. И везде. Урюпинск это, Киев это, Берлин это, или неважно где. Я забыл вопрос, если честно. Чем отмечать 30-летие, юбилей какой-нибудь очередной премьер. Очередной премьерой. Очень хорошо. Вы везде себя называете литовским режиссером. И вот хотелось бы узнать, в чем специфика, особый почерк Линоса Зайкаускаса? Ой, я надеюсь, что я бываю очень разным. Мне так... Хочется думать, все-таки приятно думать, что вот не только Пикассо мог быть разным, но и ты тоже. Но с другой стороны, Матисс был все время одинаков. И тоже было ничего. Востребованный. Поэтому, да, литовская школа существует. Она была как бы создана Эймунтасом Некрошисом, недавно ушедшим от нас, с нашим прямо великим гением. Это такая поэтическо-реалистическая школа, где много всяких поэтических... Ну, как в поэзии. Поэзия невозможна без метафор, без ребусов, без каких-то символов и так далее, и так далее. И это, я думаю, будет присутствовать в сумском моем спектакле. Хотя я стараюсь, вот как говорил...
быть и таким европейским режиссером, идти современной европейской моды в ногу, а сегодня как бы главенствует такой гиперреализм, киношный реализм. Вот немцы эту моду диктуют, а немцы, вообще немецкоязычные страны, Германия, Австрия, немецкая Швейцария, они вот сегодня законодатели мировой театральной моды, они номер один в мировой театральной моде. И ну, мы тоже должны как-то понимать, чем дышит современный театр и пробовать в своих спектаклях также хотя бы попробовать так же дышать. Ну, у нас есть хорошая фраза такая: уход от шароварщины, от этой гипертеатральности. То, что, чем, кстати, особенно болели украинские театры, украинская театральная школа. Не только украинская. Не только, да? Кто болел. Но это... Ой, мне не хочется чего-то критического говорить. Это все-таки... Знаете, я когда-то вот так, отойдем от Украины, пойдем в Башкирию. Я буфе ставил в Башкирском национальном театре спектакль, и они мне пробовали объяснять, что это их башкирская традиция. А по сути дела, это было просто необразованность профессии. К сожалению, часто с таким сталкиваетесь? Вот вы, у вас большая география, действительно? Увы, да. Увы, часто. Это только... И это меня очень удивляет, потому что, ну ладно, там старые актеры, но они старые и старые, что там от них хотеть, да? Они уже ну, конечно, тапочки белые покупают, уже, да. Примеряют, да. И так далее, и так далее. А вот молодые, сегодня есть интернет, если в советское время был железный занавес, и никакая информация не просачивалась, и мы только угадывали, чем этот Запад живет, каким искусством... Америка вообще ли существует? И этот анекдот говорит голос Америки из Америки. Да, точно. Вот. То сегодня, когда есть интернет, и когда ты, не выходя из дому, можешь посмотреть все, что происходит в лучших театрах мира, что вытворяют лучшие режиссеры мира, да. И как играют лучшие актеры мира, и быть все-таки в традиции башкирского театра. Где вам легче всего? Где вот такая актерская школа лучше? Польша, Румыния. Кстати, интересно, о Турции. В Турции очень слабая актерская школа пока, потому что там, по сути дела, профессиональный театр появился только в 2000-х, только в 21 веке. И его создали грузины. Потому что турецкая власть обратилась к великому грузинскому режиссеру Роберту Стуро, чтобы он помог создать в Турции театральную школу. И он там пригласил другого очень хорошего режиссера, моего приятеля Андро Янукидзе, преподавать в этой школе других еще преподавателей грузинов. И вот грузины создали турецкую драматическую школу. Пока турецкий драмтеатр идет, то ступают только первые детские шаги, но я надеюсь, что они как-то так там двинутся куда-то. Ну, конечно, да. Учителя хорошие. Да. Грузинская театральная школа в Советском Союзе это была как на уровне Прибалтики, Литвы в частности. А так, ну, где лучше всего работает? Там, где... лучший театр, потому что там, где лучший театр, там лучше все. Там лучшие актеры. Перечислите, вот хоть немножко назовите, где вам вот... Ну вот в Польше, допустим, просто великолепно работать. Вот в Польше работается так, как в Сумах с молодыми актерами.
Но в Польше там работается со всем. Спасибо за сравнение. Это очень приятно будет и для жителей Сумской области. Те, которые любят театр, и те, которые приходят в театр. Я говорю, храните, берегите этих молодых людей. Они очень-очень у вас попались хорошие. Их надо держать и заманивать всякими возможными вещами, чтобы они не убежали. Главное, финансово. Поддерживать молодежь, особенно молодежь. Поэтому давайте, может быть, придумают руководители области какие-нибудь гранты, поддержки молодежи. Вот я думаю, что руководители области очень хорошо относятся к театру, потому что вот какое замечательное здание. Ремонты идут, все, значит, руководство думает. И не только, наверное, руководство театра. Хотя, честно скажу, Николай Юдин, я много директоров видел. Это один из лучших директоров вообще, которых я встречал в своей жизни. Я вот тут работаю, и мне такое впечатление, что как по щучьему велению все. Это редко где так бывает. Реквизит не переделывает, там костюмы со старых, да? Ну, это не самое главное, переделывают или не переделывают. Как это делается, с какой отдачей, с каким настроением, с каким желанием, чтобы все было хорошо. А там со старых переделают или не со старых, но это мы же знаем. Если денег нету, то и со старого переделывают. Не, ну понятно. Да. Просто не ничего не все страшного в этом нет. В этом нормально, это для самое театра главное, нормально. Отдача какая идет. Какое желание театра, чтобы у них появился хороший спектакль. Это важно. То есть художнику-сценографу не ставят задачу, а давай что-то придумай, чтобы попроще, что там, четыре стула там. Ну, у меня и так сценография всегда минималистическая. Мы понимаем. Я же привык к тому, что нужно ездить. Жена приучила. Я ее приучил. А, это вы ее приучили. Потому что, понимаете, есть такая штука, что я тут совсем не хочу ни хвалиться, ни что, но, скорее всего, нету уже много лет, нету такого месяца в году, чтобы какой-нибудь где-нибудь поставленный мною спектакль не был бы представлен на каком-нибудь фестивале в какой-нибудь стране. И так как мои спектакли часто ездят на разные фестивали, так уже сразу думаешь, как сделать сценографию так, чтобы ее было удобно вести. Вести. В крайнем случае не 10 машин, фур. Да. Поэтому и я в этом смысле для директоров очень хороший режиссер. Удобный. Я сразу думаю, как это сделать полегче. В сценографии малобюджетный. Вы как музыкальный режиссер все-таки обратно. Образование у вас режиссера музыкальных театров. Да. Это вам помогает вот, в драматических постановках? Вы музыку давлеете, музыка у вас... Понимаете, даже не то, что музыка давлеет или музыка не давлеет. Музыкальный театр, я считаю, что нужен для каждого драматического режиссера как вот такой... По профессиональной гигиене, так скажем. Очень интересное сравнение. Потому что в драме расхолащивается режиссер. В драме можно все. Можно замедлить темп, можно убыстрить, можно сделать огромные паузы, можно даже целый акт шекспировской какой-нибудь драмы или трагедии выбросить. А у Моцарта не выбросишь ни одной ноты. И невозможно ни убыстрять, ни замедлять, ни паузы делать там, где ты хочешь. Поэтому очень сильно музыкальный театр учит формы, чувство формы. Мы понимаем, что форма очень важная вещь. Вот в советское время была приглупейшая дискуссия такая, всесоюзная, что важнее, форма или содержание. Содержание, да, я помню. Потому это. Что... Эти времена помню, да, помню. Ну, когда не о чем дискутировать, тогда хотя бы такую глупую дискуссию можно. Да. Как может быть, допустим, содержание человека без его тела?
Конечно. Ну, никак, потому что нету тогда человека. Конечно, конечно. Нет предмета, о котором можно говорить. Да. Так вот и в искусстве. Но за телом тоже нужно следить. Следить, да. Вот. И музыкальный театр очень сильно помогает учиться, как за этой формой, за этим телом следить. Плюс музыкальный театр, будем откровенны, всегда страдал от плохой драматургии. А в театре очень важно все оправдывать, что все оправдано, все вот так. Вот так это может произойти в жизни, да? Да. Ну и в опере есть очень много сцен такой в ампуке, когда хор какой-нибудь поет «бежим, бежим, бежим, бежим», 5 минут поет «бежим, бежим», а стоим на месте. Конечно. Ну и тогда режиссер должен стать на ресницы и придумывать, действия. Как оправдать вот это стояние на месте, придумать, может, добавочное какое-то действие еще, чтобы это бежим, 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 а стоим на месте было оправдано. Да. Поэтому музыкальный театр еще... Сейчас мировой музыкальный театр уже догнал и обогнал драматический театр. Даже в актерских работах солистов. А в режиссуре это точно обогнал, потому что музыкальный театр платит хорошо, и все лучшие силы режиссерские работают сейчас там. Ну, понятно, вот. Понятно. И вот раньше еще чуть-чуть, когда солисты были слабыми актерами, зачем нужны слабые актеры в театре? Чтобы развивалась фантазия режиссера. Интересно. Видите, сколько плюсов музыкального театра для драматического режиссера. Так, и возвращаясь теперь к нашей постановке. В одном из интервью вы говорили, цитирую, «спрогнозировать шедевр невозможно, но удачу можно». Постановка в театре Щепкина – это будет удачей? Мне это тяжело пока ответить. Вообще-то да. И вообще я скажу так. Я уверен, я прогнозирую, потому что, ну, все-таки 30 лет, да, в театре. Все-таки поставлено больше 100 спектаклей. Ну, какое-то ремесло в руках есть. Ну, не будем скромничать. Да, я прогнозирую удачу на международных фестивалях точно. Я слишком плохо знаю местную публику, чтобы точно знать, удача ли будет среди местного населения, так скажем. Почему я так говорю? Потому что каждая страна, каждый регион имеет свои вкусы. Они главным образом воспитываются на тех художниках, которые живут в этом регионе, и которые свой хороший или плохой вкус передают зрителям, слушателям, тем, которые потребителям искусства, так скажем. И какие вкусы потребителей искусства в Сумах, я не очень хорошо знаю. Отлично. Мне тяжело на это ответить. Я вас уверяю. Ну, тогда все удача должно быть хорошо. Будет. Спасибо вам. Спасибо это вам от спасибо. Сумских театралов, которые любят театр, которые ходят в театр. Спасибо за то, что вы приехали. Спасибо вам за постановку, которая, мы теперь уже уверены, будет удачей. Ну, и я думаю, что мы встретимся после премьеры. Вернее, на премьере. Спасибо большое. Приглашаю всех на премьеру спектакля, которая состоится 16 и 17 февраля. Прекрасно. Спасибо. Спасибо большое.